Итак, вы все поняли, завтра в субботник. Лишь бы с погодой повезло. Хоть бы завтра дождь пошел, субботник бы отменили. Ага, и на следующий день сырые листья убирать. Только я боюсь, что из-за меня субботник может сорваться. Из-за тебя? Как это? Чтобы получить у завхоза инвентарь, надо написать заявку. Ну так напиши. Я уже почти все написала, а вот с граблями проблема. А их что, нет? Грабли есть, только я не знаю, как написать. 30 рукавиц, 5 носилок, 10 лопат. Так пиши грабли и все. А как? Одни грабли, это понятно. А 10 как будет? Так, 10... Одни грабли, а 10 гр... Чего вы мучаетесь? В интернете посмотрите. Я хотела, а сегодня в школе почему-то нет интернета. Пойдемте у кого-нибудь спросим. Кто-то же знает. Пошли. О, народ, подойдите к нам. Вы случайно не знаете, как правильно сказать? Чего сказать? Вот грабли одни. А если 10, то как правильно сказать? Я знаю. 10 грабельков. Нет, 10 грабленок. Ага, и нам выдадут маленькие детские грабельки. Вот именно. Тогда 10 граблищ. Какие 10 граблищ? 10 граблищ. Да чего вы мелких спрашивают? Надо у старшаков узнать. Пошли. Привет. Привет. Девочки, может, вы нам поможете? Всем помогать? На себя время не останется. Да нам только слово одно сказать. Какое еще слово? Вот грабли одни. А как сказать 10? Чего? Так просто. 10 грабль. Ты думаешь? Как-то это не звучит. Ну, может, 10 граблев. Тоже как-то настораживает. А, я поняла. 10 граб. Граб! Звучит еще хуже. Во, нашла. 10 грабликов. Про детские грабельки мы уже слышали. Все с вами ясно. Пойдемте отсюда. Чего тебе ясно, умник? Да ну их. Все, получилось. Спасибо, девочки. Ну что ты, не за что. Ты же наша лучшая подруга. И вообще, девочки, у нас самая крепкая дружба на свете. Привет, привет, привет. Девочки, может, вы нам подскажете? Никто не знает. А что такое? Вот одни грабли, а как сказать 10? Чего? Так все просто. 10 грабель. Не грабель, а граблей. Да вы что, не грабель, а граблей. Так как все-таки правильно? Правильно? 10 грабель. Ты что тупишь? 10 граблей. Да вы обе тупите. 10 граблей. Кто тупит? Каких граблей? Грабель. Вы что, дуры? Правильно, 10 граблей. Сама дура. Не грабли, а граблей. Да вы обе дуры. Я сказала грабель. Сама ты дура. Кто дура? Ты. Чё сказала? Сама слышала. Сама такая. Ничего. Ничего. Ты сейчас та, останься. Вот это дружба. Пойдемте к Юрию Ивановичу. Он точно знает. Юрий Иванович, подскажите нам. А подсказывать нехорошо. Но никто не знает, как правильно написать. Что написать? Вот одни грабли, а 10 как будет? Грабли? Так, знаете, мне сейчас некогда вспоминать. Посмотрите в интернете, в библиотеке. В общем, не мешайте мне. Идите, идите. Если я вспомню, я вам скажу. Все.
Ребята, я получила инвентарь и грабли. 10 штук. А как ты написала? Я написала 10 лопат и грабли. 10 штук. Ай! Кто граблю сюда поставил? Ой, Паша, извини, я сейчас их уберу. Не надо, там Ильнур идет. А ты чего не в классе? А у меня шнурок развязался. Ну, давай, поспеши. Вспомнил. Правильно надо говорить 10 грабель или 10 граблей. Здесь главное ударение на первый слог. А сегодня в школе почему-то нет интернета. Ну пойдемте к кому-нибудь, может быть, кто-то знает. Пошли. Кому опять кому-нибудь. А сегодня в школе интернета почему-то нет. Ну пойдемте посмотрим. Спасибо. Да вы обе дуры. Я сказала. Не тормози, дура. Да вы обе дуры. Я сказала грабель. Кто дура? Ты. Чё? Одни дуры. Я сейчас упаду. Ай. 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 Нет, не по... тебя пусть. Да чё ржёте, да?